Александра Цыганова родом из Нурлата, окончила факультет международных отношений КФУ и получила грант на продолжение образования в университете Анкары. Девушка оставила должность востоковеда-африканиста и уехала в Турцию. Когда я туда приехала, меня познакомили с одним преподавателем. Он сам турок по национальности своей, но жил в Аксубаевском районе несколько месяцев и учил чувашский язык. То есть он специализируется именно на чувашской культуре и чувашском языке. Меня с ним познакомили и предложили с ним поработать. Он предложил с ним сделать исследовательскую работу. За 2 недели Александре Цыгановой предстоит собрать информацию о чувашах в Татарстане. Дальнейшие исследования продолжатся уже в Турции. Мы с ней встречаемся с ансамблем, с народным ансамблем Егоркинского села в Шульгеме. Она все будет снимать, как они поют, какие национальные пиво делают, сыра, курник, хуплу. Вот это все будут рассказывать бабушки. Мы бы хотели вот с моим преподавателем конкретно распространять вообще просто интерес к чувашам, так как это являются одни из тюрков, а турки очень ценят такие корни. Чувашский относится к тюркской языковой семье, тем самым представляет интерес для турецких ученых. В России, согласно переписи, на чувашском говорят более 1 000 000 человек. Елена Горбунчикова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».